Так, ну что, друзья, всем привет! С вами снова Александр Политаев. 100 лет не виделись, не был на рыбалке. Всю весну море было закрыто у нас. Сейчас вот открыли вроде. Приехал к друзьям. Ребята занимаются промыслом. И сейчас я вам покажу. Сейчас пойдем с ними на рыбалочку. Вот в таких мы местах, красивущих на море. Вот. Сейчас, значит, спустим технику. А вот она, наша байда уже спускается. Сузуки моторчик. Это чисто для промысла катер. Все как положено. Это не наши ПВХшки. Это уже профессиональная техника. Санек, вот тут самый главный рыбак. Саня, сколько мотор сил? 200 кобыл башка, вот смотрите какая. Вот сейчас вот на вот таком вот фрегате попрем ловить барабулю. Все, друзья, сейчас катер спустим. Я сегодня буду нырять с аквалангом. Ребята будут ловить барабульку на такую снасть ставник или БС называется. Ну, не знаю, потом расскажут. Вот. Все, не переключайтесь. Дальше покажем. Так, ребята, все, корабль наш на воде. Готовим снарягу. Наконец-то в этом сезоне размочу я жабры. Не погружался уже с того года. Соскучился. Вот такая вот красота. Сейчас попрем на промысел. Здесь ребята сидят на берегу, но тоже барабулька ловится там. Вот к тому подходил мужичку. Десяток барабулечки он поймал. Потом тоже покажу способ на кольца, как обещал. На кольца, как ловить барабулю. Вот здесь, скорее всего, тоже прям на лодке встану в центре бухты. И будем что-то ловить. Вот Ромка. Ромка, привет. Привет, Сашка. 100 лет тебя не видел. Ромка самый главный тоже рыбак. Знает, как все ловить, как готовить. В любой луже может поймать рыбу. Все, мы погрузились. Вот наше судно. Как судно называется, Саня? Судно. Ну как? Фрегат. Катер. Фрегат. Моторчик прогревается. Вот сколько сюда рыбы можно поместить, да? Две тонны грузоподъемность. Сейчас Ромей залезет. Главный повар кок Черноморского побережья. И не только. Не, Рома у нас повар международного класса. Только нам ни хера не готовит рыбы, блин. А так нормальный чувак. Вот, сейчас поедем смотреть барабулю. Вот эта штука, ребята, называется... Рома, как? Кидала. Кидала. Или по-другому зюзьга. Короче, вот этот сачок. Барабулю черпать вот так. Называется зюзьга. Я вот не знал, что у них тут еще есть. Бамбук какой-то. Нахуя бамбук, пацаны? Штрикан. Это палка, чтобы отгонять. Кого? А кого-кого? Вот любопытных людей. Любопытных рыбаков? Да. На самом деле это штрикан, чтобы отталкиваться. Одна морского? Одна морского, чтобы не разбить мотор. Понятно. Еще вот у них тут камушки. Этот есть, как он называется-то? Багор. Багор, вот. Я уж все забыл, блядь. На рыбалке уже не был 100 лет. Багор на камбалу. Это просто багор в лодку. Все, лодка упакована. А жилетов? Почему у вас жилетов нет, пацаны? Жилеты есть, он сейчас несет жилеты. А, все есть? Конечно, сейчас принесет жилеты. Он несет. Он еще один человек пошел за жилетами. Все, сейчас Ромыча дождемся и поперли в море. О, вот еще поедешь.
чтобы камера не упала. Как снасть называется, Саня? Снасть называется барабулишный ставник донный. Барабулишный донный сейчас ставник. Будем переводить якорь. Почему? Потому что поменялось течение. И крыло ослабло. Мы его сейчас немного переведем. Там натягивать будем? Да. А, вон веревка прям поверху, да, плавает? Да. Поэтому мы переведем. А здесь какая глубина? Глубина тут метров 7. А вот он, ребята, начинается нелегкий труд профессиональных рыбаков. Тянуть невод. О, какая махина, бля. Видно, да, он все. Саня, перчатки убегут сейчас. С той стороны. Все, в лодку упали. И что, вот эту всю штуку через лодку, да, надо? Ничего себе, бля. Все, вот это, я так понимаю, крылья пошли, по которым рыба отбивается и попадает вот сюда, в центр ловушки. О, рыбу видно. То ли скат какой-то плавает. А вон и барабулька, друзья. Не густо, но и есть. Ну, пока еще, как говорят, пацаны, не сезон. Обычно здесь ее очень много. Не знаю, где ни Рома.
она. Вот она рыбалка, не всегда нам хочется большой улов. Но как море дает, так и есть. Так, сейчас Санек возьмет ящик, юзьгу и начнет черпать лопатой. Вот она, ребята. Свеженькая барабулечка. Живая, красивая барабулька. Где? А, вот моя, ребята, любимая рыба, для которую я ловлю вместо камбалы всегда. Скат хвостокол. Вон она, красавец какой. Все. Вон он, шип у него знаменитый, которым он атакует. Все, Санек поймал ската за борт его. Пошел. Вот она, барабулька. Черноморская рыбка. Очень вкусная. Скоро во всех ресторанах черноморских кафе. Будем надеяться, что будет она скоро. Да, такими темпами ее будем есть. Только одни рыбаки будут есть ее. Мы всего съели 1,5 килограмма. А туристы будут минтаем довольствоваться в столовой. Крабик полунец. Оп, вот такой вот, смотрите. Ой, какой ушлый. Убил. Вот такой вот крабик. Да понятно, что. Крабов сегодня есть не будем. Так, все, промысел. Вот такой. Сейчас снасть уходит обратно ловить рыбу. Это вы каждый день, да, Сань, проверяете? Да. Чтобы рыбка не продавала, не пропадала. Вот ребята каждый день по чуть-чуть ловят. Все, уходит снасть обратно. Наша разработка. Секреты сдаем. Да. Так что подписывайтесь на канал. Все подписывайтесь на канал. Берите контакты, где купить самую свежую рыбу. Изготовить снасти для барабули. Вот, да, еще пацаны сами делают снасти. Так что. Расскажем, расскажем. Научат. Естественно, не бесплатно. Научат, как ловить. Потому что этот опыт приобретается десятилетиями и очень дорог и большими вложениями, да? Да. Ну вот, ребята, как-то так. Все, сейчас ребята опустят снасть свою. А я уже одену акваланг и посмотрю, как она там на дне морском стоит. Позагоняю им барабули побольше. Так что все, поехали дальше. Ну, крыло прям вот так вот. Все, жаки в кусто пошел.
Так, ну что, друзья, все, отнырялся я. Закончили мы нашу рыбалку. Показал вам, как барабулька ловится. Я понырял, насобирал рапанчика вот столько вот. Вот такой вот рапанчик, не крупный здесь, но свеженький, живой. Даже гребешок один попался. Вот такой вот улов у меня сегодня. Все, друзья, всем удачи, всем пока. Подписываемся на канал. Пальцы вверх. Буду стараться чаще для вас снимать. Все, всем привет.